Многодетная семья Рангаевых живет в частном доме. У них четверо детей и все мальчики. Дети взрослеют, и за ними все труднее уследить. Поэтому Юлия и Сергей обрадовались, узнав, что им вручат пожарные извещатели. Конечно, нам не помешает иметь такой прибор, который бы контролировал задымление и пожары. На всякий случай, так как у нас соседи горели. Поэтому это, конечно, очень опасно. Нужно контролировать и предотвращать. Надеемся, у нас это получится. Администрации городского округа Самара закуплено 6 тысяч пожарных извещателей. Их получат все многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. В случае задымления помещения датчики издадут предупреждающий сигнал. Первая раздача пожарных извещателей прошла возле Дворца ветеранов. В дальнейшем каждой многодетной семье их вручат в индивидуальном порядке. Надеемся, что до 1 октября все 6 тысяч извещателей найдут свои квартиры, будут установлены, и это хоть в какой-то мере обезопасит жилье от возгорания или возможности, чтобы там произошел пожар. Также многодетные семьи могут сами приобрести до 5 датчиков и вернуть денежные средства за них, подав заявление и чеки в городской департамент опеки, попечительства и соцподдержки населения. Никита Колосов, Григорий Плешаков. События.